Сегодня в программе. Ваша честь, вы не верьте ей. Она любит меня. Тут все хорошо. Она меня хочет, я ее хочу тоже. Светлана 6 лет назад овдовела и думала, что так и будет жить вдвоем с дочкой. Но когда она встретила Владислава, тоже вдовца, то решилась на брак с ним. 2 года назад сын Влада, увлекавшийся руфингом, сильно разбился, и Влад занимался только его реабилитацией. Света одна зарабатывала на всю семью и на лечение пасынка. Женщина выбилась из сил, и сегодня она просит развода. Я Юлю люблю, она моя первая любовь, и я готов сделать вообще все, что угодно, лишь бы она была счастлива и осталась со мной. Понимаете, она же упертая, она себе в голову что-то вбила, и все. Юлии Козыревой 18 лет. При этом она прожила в браке с мужем Александром почти 2 года. У них годовалый ребенок. Сегодня Юлия подает на развод. Она поняла, что семью ей заводить было рано. Ничего она еще в жизни не видела. Ей хочется оторваться на полную катушку. Поэтому ребенка она оставляет Александру. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Смагиной Светланы Юрьевны к Смагину Владиславу Сергеевичу о расторжении брака. Ответчик на развод не согласен. В зарегистрированном браке 4 года. Совместных детей нет. У супруга есть сын от первого брака. Игорь Владиславович Смагин, ему 22 года. У супруги есть дочь от первого брака. Мария Алексеевна Ветрова, ей 18 лет. Имущественных споров между вами не имеется. Нет, ваша честь. И, Светлана Юрьевна, начнем мы с указания причины развода. Ваша честь, когда 6 лет назад умер мой первый муж, Лешенька, я не собиралась вообще замуж. Я не хотела, я хотела дожить одна. Я долго носила траур, любила его. Думала, когда я умру, мы с ним там увидимся и опять сойдемся. Понимаете, ну, постепенно все как-то надо мной подшучивали, говорили, что я монашка, смеялись, что там, ну, я не знаю вообще, что нельзя быть одной, что нужен мужчина, что нужно как-то вот ребенка воспитать вместе. И я подумала, что, а вдруг там за последней чертой ничего нет. И все мои страдания напрасны. Я вышла замуж за Влада, но это была моя самая большая ошибка в жизни. Расскажите, пожалуйста, как вы с вашим мужем познакомились и как вначале складывались ваши отношения? С ним меня познакомила моя коллега по работе Татьяна Кривцова. Она сказала, что это честный, порядочный, нравственный, умный мужчина. Ну, в принципе, как бы я посмотрела со стороны, культурный. Он на тот момент работал снабженцем на заводе. Начитанный, грамотный. И, в принципе, как-то я, понимаете, быстро сдалась. Вот. Но смущало то, что у него есть 18-летний сын. И я не понимала, как мы будем жить. У меня маленькая двушка, у них большая двушка. Вчетвером, ну, просто нереально вообще. Но Влад сказал, что если мы поженимся, он переедет ко мне, сын останется в его квартире. Так и было. Но так он и переехал. Но понимаете, ваша честь, за 4 года он не стал мне ни мужем, ни братом, ни родственником. Это просто какой-то чужой квартирант, который ходит по квартире. У меня нет сил, у меня нет вообще как бы никаких эмоций. Я просто хочу спокойной, тихой жизни, одна. Ну, понятно. То есть как-то отношения вообще не сложились. Не какая-то конкретная причина, а вот нет ничего, чтобы вас связывало. Ваша честь, да? Так можно сформулировать, наверное. Ну, понимаете, там много всего, но я не хочу вот это все грязное белье перебирать, каждую мелочь. Давайте спросим у Владислава Сергеевича. Владислав Сергеевич, вы как смотрите на вашу семейную жизнь? Ваша честь, я категорически не согласен на развод. Я вообще в шоке, что Светлана подала документы. Мы когда решили только пожениться, ну, вы знаете, я вот был фактически уверен, что я с этой женщиной проживу, ну, как говорится, до самого конца. Мы с ней были как две половинки одного целого. Ну, что ты говоришь такое? У нас столько много было всего общего. Ну, ведь было, Света, было же это. Было же это. Мы с тобой вместе рано вдовели, правильно? Да, у нас остались дети от предыдущего брака. У нас это, как бы, мы любили своих супругов. Ваша честь, вы не верьте ей. Она любит меня. Тут все хорошо. Она меня хочет, я ее хочу тоже. Подождите, да вопрос же не верить, не верить. Просто мы пытаемся разобраться, какая конкретная причина, почему человек хочет расстаться. Пытаемся разобраться. Ну, вы смотрите вот по-другому как-то. Причина, скорее всего, в моем сыне. Он живет с нами.
полтора года назад он получил травму и не может ходить, и передвигается в инвалидной коляске. А Свете это перестало нравиться, мешает ей. И она поставила ультиматум. Или сын уезжает от нас, или мы разводимся. Но, Ваша честь, как я брошу сына? Ехать ему некуда, идти нам тоже некуда, жилья у нас нет. А у вас раньше было какое-то жилье? Ну, была у нас двухкомнатная квартира. Ну, и вынужден был ее продать, потому что у сына была травма. Деньги нужно было на лечение. Ваша честь, я прошу вас, не разводите. Потому что ясно, что Света нас... Ну, выпишет, нам идти некуда. А на что, бомжевать нам надо идти, да? По электричке ходить, милостыню просить. Ну, некуда нам идти, ваша честь. Да как это некуда? Иди к сестре, к своей любимой, которая нас познакомила. Она приютит брата, племянника, будет тянуть вас. Я же не лошадь ломовая. Есть другие люди, которые будут вас тянуть. Пожалуйста, к сестре, вперед. Так ты ей сама скажи в глаза, в лицо скажи. Танечка, забирай назад своего брата и племянника. Да скажу. Наигралась я уже в семейную жизнь. Надоело мне это все. Ваша честь, я очень вас прошу позвать мою сестру Татьяну Кривцову. Это она меня познакомила со Светланой. Ну, может быть, она уговорит ее. Хорошо. Не возражений нас. Нет. Да. Мы приглашаем Света. Кривцову Татьяну Сергеевну. Татьяна Кривцова, вы? Пройдем со мной. Все у нас было хорошо. И вот я просто в шоке, что... Женщина, я рассчитывал, что будет мне опора и поддержка, решила меня пропустить. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, ну поддержите как-то брата, он желает сохранить брак, да. А Светлана Юрьевна расторгнуть. Вы-то знаете, как у них жизнь складывается? Ну, конечно, все это понятно. Это все случилось из-за племянника моего непутевого. Говорили ему, не лезь куда не надо. Да где там? Натворил дело, а теперь вот семья вся мучается. Будьте добры, расскажите, чтобы было суду понятно. Да, да, сейчас. Вот, Свету тоже можно понять, конечно, потому что муж не работает, сидит с сыном, ухаживает, возит его по больницам, по реабилитационным центрам, делает ему массаж, как врачи учили. В Израиль я возил сына, скажи, да. Ну, это же все не навсегда. Да, вот брат говорит, что... Положительная динамика, да, выздоровления, и через год он сможет встать на ноги. Это в Израиле сказали, так что все будет нормально. Да, чуть-чуть потерпеть надо было, чуть-чуть. Ну, дело в том, что у моего племянника, у него экстремальная страсть, руфинг. Это такая субкультура городская. Лазить по крышам высотных зданий и фотографировать, выкладывать в сеть. Да, мы сколько ему говорили, что вот, ну, что это до добра его не доведет. И полиция его ловила, и ВПДН на учет ставили. Но все бесполезно. Он только посмеивался, но в итоге его самоуверенность боком и вышла. Поехали они в Индию отдыхать с друзьями. Там он полез на какую-то старинную высоченную статую, упал оттуда, получил серьезные травмы. Вот, но я считаю, что Свете нужно потерпеть, потому что, как известно, жизнь нам дает испытания для того, чтобы потом мы получили вознаграждение за это. Ваша позиция понятна. Хорошо. Светлана Юрьевна, скажите, пожалуйста, как я понимаю, у вашего супруга сейчас нет дохода, ребенок болеет, и кто семью содержит? Вы одна? Лошадь ломовая. Светлана, это я. Я содержу. Я работаю на двух работах. Бухгалтером-аудитором. Домой прихожу в 10, в 11. На выходные беру подработку. Я прихожу просто никакая, как ломовая лошадь. Я не понимаю, за что мне это? Когда он упал с этой башни, мне пришлось 900 тысяч сначала заплатить, чтобы его вывезти из Индии. Потому что он поехал по обычной туристической визе, а статуя, с которой он свалился, это закрытый объект. Это статья «Незаконное проникновение в закрытый объект». Ему хотели дело пришить. И еще в страховку в медицинскую не попало. Не попало. Не попало в медицинскую страховку. Это должна быть специальная страховка. Ломовая все решила. Все, я поехала, решила все, с полицейскими, с индийскими договорилась. Вывезла я. Он лежал на диване три дня, а я сама поехала. Ты бы сам поехал за сыном, а Света лучше все, понимаете? Света все на себе тянет, Света. Она лошадь, она не может. Да помолчи ты уже! Вот, дальше, Ваша честь. Потом, получается, я его привезла и сняла 2 миллиона, которые я всю жизнь копила, недоедала на размен нашей маленькой двушки. Все, мы теперь с
ребенком. Будем жить в этом казарете, я не знаю, как это называется, всю жизнь. У нас нет никаких перспектив, у нас нет никаких будущих, никакого будущего. Я прихожу. Да замолчи ты уже! Я прихожу ночью, я устаю никакая, у меня психоз, у меня нервоз, я эмоционально вытлила, мне не нужен никакой мужчина. Я хочу просто спокойно дожить и умереть одна. Лысов Сергеевич, вы замучили свою супругу. Вы слышите, что она говорит? Я слышу, слышу, ваша честь. Ну, Света. Да сколько я могу пахать-то Света. На вас, на всех? Света, ну не виноваты мы, что такое вот произошло. Я понимаю, что ты рассчитывала на другую жизнь, на совсем другие отношения. Ну, да ну я не виноваты, что такое произошло. Такое я не рассчитывала на пахать, чтобы такой конь, как ты, Света, дома лежал, ну, дня да, есть с коляской. Такое опасное увлечение. Но ведь у многих... Ну, есть такая вот опасные дела там у пожарников, у каскадеров, у мойщиков. Да окон. Хоть вверх головой, Влад, хоть вверх головой, я не обязана никого содержать. Многие люди живут такой жизнью, многие. Ну, почему с ним такое случилось? Ну, что делать вот, что делать? К сестре идти, вот реабилитироваться, пожалуйста. Ну вот если бы с твоей дочкой то же самое произошло, мы бы помогли, мы же все одна семья. Да, вот, между прочим, я бы тоже бы все бы да, в квартире помочь. Была да одна треть моей доли, семья? Потому что это наша наследственная квартира от мамы нам с братом досталась. Я у вас раба вот, божья. И это 1,5 миллиона как раз стоила моя доля. В итоге вот квартиру продали за 4,5, и Света добавила 2 миллиона. Вот. И да, брат возил Игорька на операцию в Израиль. Там ему это две операции сделали. Стоило, да. Татьяна вот. Сергеевна, у вас есть жилплощадь? У меня есть двухкомнатная Скажите, квартира. Скажите, пожалуйста, вы можете временно, пока ваш брат не заработает себе жилье, взять его с больным племянником, позаботиться о них, предоставить им жилплощадь, тогда конфликт вообще будет исчерпан, потому что Светлана Юрьевна может откажется от своего иска. Ну, возьми брата. Нет, ваша честь, так ну, вы же одна семья, решайте вопрос. Да, но мы когда просто квартиру продавали, как бы Света говорила, что она не против, чтобы пасынок с ней в квартире жил, что главное его здоровье, чтобы он выздоровел. А у меня дочка, мы с ней в двушке, она замуж вышла, сейчас они ребенка собираются заводить, поэтому мне как бы некуда. Если будет развод, нужно будет их принять. Ваша Вы честь. Готовьтесь. Ваша честь, ну это все неправильно. Я люблю Светлану. Она меня любит, сын ее очень любит. Он так переживает, что из-за него все вот это вот произошло, из-за него весь вот этот идет, ну, развод в семье. И ваша да, честь, я очень прошу вас... Да это не развод, просто она уже не выдерживает совсем. Ваша честь, я прошу вас, позовите моего сына. Ну, он очень... чувствует себя виноватым. Может быть, он ее уговорит не подавать Хорошо. На развод. Хорошо. Ходатайство ответчика удовлетворяется и приглашается сын все. Ответчика Смагин Игорь Владиславович. Игорь Смагин? Да, я Давайте я вам помогу. Ну, ты раньше не пошел. Ты а работать. Почему ты раньше не пошел? Я же тебя просила. Говорю, иди на работу, устройся. Дай мне месяц. Я 4 года в отпуске не была. Ты представляешь вообще, что это такое? Ты догадываешься? Здравствуйте, Игорь Владиславович. Жена вашего папы подала на развод. Вам причина известна? Все я знаю. Это я виноват. Я понимаю, что тетя Света устала, что из-за меня у них с отцом никакой личной жизни нет. И мне очень жаль, что так произошло. Я бы все отдал, чтобы открутить время назад. И я бы никогда не рисковал жизнью так глупо. Наверное, было бы справедливо, если они вообще бы не стали меня спасать. Вот бросили бы в Индии и Ой, были да бы не правы. Сам ты служил. Скажите, вы вот мачеху называете тетя Света, да? Да. Так и называете ее. Скажите, а какие отношения были до того, как у вас травма произошла? Все вот они только поженились, вы же помните, как Помню, было? Помню, да, у них все было хорошо. Вот все папа духом воспрял, а то все после смерти мамы совсем уж было сдал. Да ходил супер. Сгорбленный, как дед. И тетя Света всегда радостная всегда была. А теперь ходит, как сдавленная лошадь, все время на работе. И все из-за меня. Я ценю это, правда, и я не хочу, чтобы из-за меня рушились их отношения. И еще я понимаю, что тете Свете обидно, что я живу в ее квартире, а дочка ее нет. А где дочь Светланы Юрьевны сейчас живет? Съехала она, не выдержала этого дурдома. Она в институте учится, и там общежитие. Вот они вчетвером и парятся. Скажите, пожалуйста, после расторжения брака, если ваш супруг с сыном уедут из вашей квартиры, дочь, как я понимаю, должна вернуться к вам, да? Господи, да, конечно, она вернется. Ну, представьте, каково ей, имея квартиру, все имея, жить вообще, а чужие люди живут в ее квартире. Была избушка ледяная, стала глубина. Понимаете? И она же мне говорила, мам, не выходи ты ни за кого.
никого. Пожалуйста, нам вдвоем будет лучше. А я говорю, доченька, ну как, вот нужен же мужчина, тебя поднять. Сила, нужна опора, какая-то финансовая помощь. А в итоге что получается? Моя дочка как трава растет, я как кукушка бросила ее, впахиваю на чужую семью. Да во что вы превратили мою жизнь? Ваша честь, я с Машей разговаривал. Я ее уговаривал, чтобы она пришла и тоже уговорила маму забрать заявление. Но Маша категорически отказалась, сказала, что маме будет неприятно это видеть. И вообще она сказала, что она не хочет лезть в наши дела, но она сказала, что она очень бы хотела, чтобы мы не разводились. Очень. Ваша честь, она не собиралась, но вчера вечером мне позвонила, говорит, мама, можно я приду? Я ее заявила как своего ответчика, как свидетеля со своей стороны. Ну давайте сейчас не будем домыслами заниматься, скажет, что она скажет, что она считает. Сейчас спросим всю Ветрову, Марию Алексеевну, ждем в зале. А, Мария Ветрова, пройдемте со мной. Ну, ты пойми меня, я сама скоро свалюсь, срублюсь, и меня не будет. Вообще, просто... Мария Алексеевна, здравствуйте. Вам полных 18? Да. Хорошо. Мария, скажите, пожалуйста, как отношения вашей мамы с ее мужем складывались до травмы и после травмы? Вообще, я не очень хотела лезть в мамины личные дела. Она же меня не спрашивала разрешения, когда замуж выходила. Да и когда я из лазарета уезжала в общагу, меня тоже особо не останавливали. Но когда она подала... Лазаретом вы называете свою квартиру? Да, да. Где проживает человек, с которым случилось несчастье? Да. Там стало невозможно жить уже. Но когда она подала на развод, и мне стали названивать отчим, сестра его, а после и мой сводный брат... Мне стало так их жаль, они меня просили, они меня уговаривали поговорить с мамой, чтобы она забрала заявление. Конечно. Особенно, когда неделю назад мне позвонил Игорь и со слезами говорил, что он готов уйти в приют для инвалидов, лишь бы наши родители не расходились. У меня внутри все перевернулось. Я поняла, что, блин, мы семья, это надо сохранять, это так ценно. Мне так дорог мой отчим и мой сводный брат. Да, братишка? Может, ты права? Да, я тебя обниму, чтобы мама видела, что правда знаю, ты мне очень дорог. Конечно, дорогой. Может, ты... Ты что творишь? Что ты делаешь? Смотрите, люди. Что происходит? А смотрите, чудо, произошло чудо. Чудесное исцеление. Инвалид встал на ноги. Вот это да, никто не ожидал, да? Ты ходишь? Ты не инвалид? Вы что, меня дурачили здесь все, что ли? Простите, пожалуйста, вы сейчас встали так легко. У вас все в порядке? Что случилось? Вам нужна помощь медицинская? Это все нормально. Давай, оправдывайся. А происходит Простите, то, пожалуйста, вы ходите? Получается, да. Можно я объясню? Мамочка, происходит то, мамочка, что Игорь твой ходит уже полгода как сам, а муж-то об этом прекрасно знает. Как ходит? Да не может этого быть. Да, я, что, простите, пожалуйста, Мария, как вы это узнали? И насколько, как я понимаю, ваш сводный брат проходит терапию, лечится и частично ходит, да? Да, узнала об этом я совершенно случайно. Как-то раз я сидела в институте с однокурсницей, мы делали лабораторную работу, и Игорь очень удачно мне позвонил. Соответственно, высветилось его фото на телефоне, однокурсница его увидела. И как я с ним договорила, она спрашивает, ты знаешь этого парня? Я говорю, да, что? Она говорит, очень интересно, потому что ей родители снимают квартиру, и это один из трех собственников, с кем заключен договор на данную квартиру. Я удивилась, говорю, может быть, ты что-то путаешь? Попросила назвать адрес квартиры, она называет тот самый адрес, по которому раньше жил Игорь. А мы там бывали с мамой и с отчимом, пока Игорь не травмировался. Они не продали квартиру? Да, мамулечка. Когда мы с однокурсницей договорили... То есть практически ваша однокурсница снимает именно ту квартиру, собственником которой является ваш отчим и сводный брат, да? Да, да, все верно. Мы когда с однокурсницей договорили... И эта квартира жива-здорова, и она сейчас есть. Хорошо. Так точно. И сдается. Да. Недавно начал ходить. Я уточнила однокурсницу, она сказала, что на следующий день к ней должны приехать кто-то из собственников. Я решила все проверить, нет ли тут никакой ошибки. Приехала на своей машине на следующий день к подъезду, встала, стала ждать. Смотрю, подъезжает машина отчима, рядом сидит Игорь. И поверь, мамочка, мое удивление, у меня глаза на лоб полезли, когда мой дорогой братик своими ножками пошел к подъезду. Все-то на ваших глазах было, он вышел из машины и пошел. Да, да, я уточнила, потом однокурсница, она сказала, что он где-то полгода уже ходит сам после травмы. Yeah.
Игорь Вячеславович, ну вы зачем симулируете? В суд приехали на инвалидной коляске. Вам не стыдно? Ну, если вы ходите, ну, ведите себя тогда соответственно. Это все отец. Я сказал, что это некрасиво. Он сказал, что как только тетя Света узнает, что я здоров и сам могу позаботиться о себе, ему придется найти работу, а он не готов. Так вы мошенники. Да, сын, я все это делаю. И пока есть возможность, надо пользоваться тем, что она зарабатывает и дает денег на жизнь. Что я мог возразить отцу? Сын, я все ради тебя делаю, ради тебя. Да, он уже может ходить, но за ним надо еще ухаживать, ему реабилитация нужна. Ну, это подло. А если Света узнает, что он уже может ходить, она заставит его работать, а ему еще вредно это. Квартиру, как я понимаю, вы не продавали. Да. Тогда с каких средств вы оплачивали лечение сына? Только честно. Ну, 2 миллиона рублей дала Светлана. Я, конечно, свою квартиру не продавал, но я завысил стоимость лечения в 3 раза. Потому что, ну, иначе бы она заставила продать квартиру. А квартиру, ну, никак нельзя продавать, не хочу продавать. Да и сестра была против продажи. Ты меня сюда не впутывай. Ты сам придумал, как Свету обмануть, деньги из нее выманить. А ну, я просто тебе подыграла, мне было жалко квартиру продавать. Да, ладно, да люди добрые, что ж это творится такое, а? Ну, как вы могли вообще меня разводить все это время? Нет. Таня, ты же мне его сама сватала, говорила, какой он честный, какой он порядочный, какой он хороший. Нет, а ты, да ты вообще мошенник, ты мошенник, я ж тебя любила, я ж тебя любила, я ж бегала, я же ребенка, я же ребенком с вами пожертвовала, я ж говорила, что она кукушка. Пожалуйста, вернитесь на место. Я призываю всех участников процесса к порядку. Пожалуйста, вернитесь на место. Суд удаляется для вынесения решения. Прости, ну исправлюсь. Далее в программе. Я Юлю люблю, она моя первая любовь. И я готов сделать вообще все, что угодно, лишь бы она была счастлива и осталась со мной. Понимаете, она же упертая, она себе в голову что-то вбила, и все. Юлии Козыревой 18 лет. При этом она прожила в браке с мужем Александром почти 2 года. У них годовалый ребенок. Сегодня Юлия подает на развод. Она поняла, что семью ей заводить было рано. Ничего она еще в жизни не видела. Ей хочется оторваться на полную катушку. Поэтому ребенка она оставляет Александру. Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Я думаю, что, Владислав Сергеевич, вас не удивляет такое решение, и мошенничество, а тем более подлое пользование любовью другого человека не может продолжаться бесконечно. Поэтому сейчас хорошо, что сын у вас уже ходит, справляйтесь сами. А женщине дайте жить спокойно вашей супруге. Она это не заслужила, вашей бывшей уже супруге. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех на выход. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Козыревой Юлии Сергеевны Козыреву Александру Викторовичу о расторжении брака. Ответчик Козырев Александр Викторович на развод не согласен. В зарегистрированном браке 1 год и 7 месяцев. У вас есть ребенок, Козырев Платон, ему 1 год. И в случае развода по обоюдному согласию ребенок остается жить с отцом. Все верно, Юлия Сергеевна? Да, то есть маленького ребенка вы решили оставить с папой? Да. А почему вы хотите расторгнуть брак? Понимаете, наш брак с Сашкой просто полнейшая туфта. Мы живем с его родителями. Сашка сам нигде не работает, соответственно. Его родители нас содержат. А кто платит, тот правила и диктует. Понимаете, спать нельзя, компьютер играть нельзя, ничего нельзя, вообще ничего нельзя.
И я так больше жить не могу. Я как будто в тюрьме, понимаете? Мы настолько вот с ним разные, то, что я уже не выдерживаю. И если бы вообще так знала, то, что такое вот так все сложится, я бы не вышла за Сашку даже. Простите, Юлия Сергеевна, вам было сколько лет, когда вы вышли замуж? 16? Да, 17. Ну, 16-17 как-то так. Честно, уже не помню, все перемешалось. Угу. В принципе, по залету все получилось. Ну как же по залету-то? По любви в такое время выходит? Нет, не по любви, к сожалению. Ну любовь-то была? Ну нет. Расскажите, как было. Мы с Сашкой вообще давно знакомы, буквально росли вместе в одном дворе. И он за мной начал ухаживать. Ну, я, честно, поначалу вообще ничего не хотела с ним общего иметь. Он такой маменькин сынок. Но мои подружки мне завидовали, потому что мне подарки дарил, ухаживал красиво. Потом вроде как притерлись, ну, и я еще и забеременела. Он предложение мне сделал, я согласилась, соответственно. Но я вообще хотела как бы... Ничего с ним общего не иметь, но так получилось. Так то, получилось что... у вас общий ребенок, да? Да, получился ну, Юлия Сергеевна, ну смотрите, все-таки совершенно крошечный ребенок, вы его оставляете мужчине. Но мужчины не справляются с детьми. Понимаете, я хочу жить как бы отдельно, и я считаю то, что я вообще никому ничего не должна. А Платон, он как бы мальчик, и ему больше нужно отцовское воспитание. Какой же он мальчик, отцовское воспитание? Он еще грудной ребенок, там мальчик не мальчик. Так там еще... родители заботятся, понимаете? Родители, вот мужа, они большую часть времени посвящают моему ребенку. То есть я не думаю то, что ребенку как-то будет плохо без меня. А куда вот, смотрите, обратная ситуация. Куда мне тащить этого ребенка? У меня мать 15 лет умерла, когда вот мне было 15, моя мама скончалась. А отец алкаш конченый. Мне что, туда что ли ребенка тащить? Конечно, нет. Я вообще хотела аборт сделать. Но Сашка настоял, то, что вот, давай оставим ребенка. Ну я же понимаю, то, что я мать никакущая, я еще молодая. И Сашка инфантил просто. Без маминкого слова ничего не сделает. Понятно. Ну то есть можно считать, что в интересах ребенка вы его оставляете практически с родителями вашего супруга, да? Александр Викторович, вот такая ситуация, вы-то что считаете? Я категорически не согласен с Юлей и считаю, что разводить нас совершенно не нужно. Я Юлю люблю, она моя первая любовь, и я готов сделать вообще все, что угодно, лишь бы она была счастлива и осталась со мной. Понимаете, она же упертая, она себе в голову что-то вбила, и все. Все беды видит от нашего брака. Вот, вы понимаете, а это не так. Мы с ней живем как на курорте, одеты, обуты. Никаких проблем. Вот, она спит до обеда, потом я прихожу с университета, мы гулять идем. Никаких проблем. А она просто ну, не знает жизненных трудностей и счастья своего не ценит. То есть она даже с ребенком не занимается? Нет. Подобно ничего не делает? Это я жизненные трудности не знаю. Это я не знаю? У меня мама умерла, когда мне было 15 лет. Отец с горя спился. Я не знаю. Мне даже тогда моя жизнь казалась более хорошей, такой замечательной, чем с тобой. Сейчас просто тьма, лес. Я так не хочу больше жить. Ты вообще себя ничего не представляешь. Маменькин сынок. Работать ты не хочешь? Я учусь. Это ты не хочешь? Кто ты вообще? За тебя все отец делает. Платит за тебя тоже отец. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, вот домашними делами занимается, значит, ваша мама, да, ваш отец, как я понимаю, вас содержит. Да. Я, понимаете, не могу сейчас за все платить, содержать семью, я учусь. Вот. Закончу университет и поступлю в фирму к отцу, буду работать, кучу денег зарабатывать. Нужно только потерпеть чуть-чуть. Ну, потерпи, не уходи, пожалуйста. Я не хочу терпеть больше. Сколько терпеть можно? Так помереть скоро можно. Потерпи, потерпи. Я хочу сейчас быть хозяйкой в своей жизни, а не приживалкой. Ладно, хорошо, я не хотел тебе это рассказывать, но так уж и быть скажу. В общем, отец обещал купить нам квартиру, если ты откажешься от развода, и мы будем отдельно жить сами, как хочешь. И все будет хорошо, только не уходи, пожалуйста. Ничего не будет, ты думаешь, я тебе верю? Ты вот сейчас это придумал, чтобы я просто от тебя не ушла. Какая квартира? Ты думаешь, твой отец против твоей матери пойдет? Я тебя умоляю, ее слово закон в вашей семье. Я не придумал ничего. Вот, ваша честь, пригласите, пожалуйста, отца, он все подтвердит. Он против развода и вообще все, что угодно сделает, лишь бы мы с Юлей были вместе. Возражений нет. Козырев Виктор Михайлович сейчас приглашается по ходатайству ответчика. Виктор Козырев. А, да. Пройдемте. Я тебя люблю. Проходим.
Я тебя не люблю. Понимаешь? Зачем не люблю. Говорю правду. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Виктор Михайлович, ну здесь ваше слово необходимо. Вы, как я понимаю, содержите семью вашего сына. Да. Это все легло на ваши плечи, на плечи вашей супруги. Вот Юлия Сергеевна решила вам еще, уходя, оставить ребенка. Ну, как вы к этому, ко всему относитесь? Ну, как любой нормальный человек, здравомыслящий, конечно, я против того, чтобы дети разводились, да. Мой сын любит сильно Юлию, и ему с ней хорошо, понимаете? Вот. У них есть маленький ребенок. Я не знаю, говорили тут нет, его зовут Платон, Платош мы его называем. Вот. И куда он без матери? Конечно, в случае развода мы с женой, мы воспитаем ребенка. Он ни в чем не будет нуждаться. Но все-таки мать есть мать. Мать никто не заменит. Ну, я понимаю, что у вас душа болит и за сына, и за внука. Ну, вот Юлия Сергеевна категорически отказывается и забирать сына, и не хочет жить она с вашим сыном. Силой не удержишь же ее. Ваша честь, конечно, силой не удержишь, Юль. Но у них там, понимаете, у них с моей женой, то есть с свекрой, вот у вас же были там постоянно проблемы. Вот. Ну, бывает такое, у Юльки свои какие-то представления о семье, у моей жены другие, но не сходятся, вот, ну, не получается. Так давайте я вам куплю квартиру, куплю им квартиру, просторную, двухкомнатную, с детской, с кухней там, с большой, обставим ее как надо, где-нибудь рядом с нами, и всегда мы с женой к вам придем на помощь. Это что, вы издеваетесь? Всегда позовете, или вы к нам, Платош, придете, или мы к вам придем. Да, будем жить вместе, как семья. Нет, нормальная. Я не согласна. Это что такое получается? То, что вы квартиру нам покупаете, допустим, мы съезжаем, а ваша жена, получается, будет к нам по любому хотению своему захаживать и говорить мне, как жить, как готовить, как одеваться, как убираться, вообще быт мой организовывать. Я так не хочу больше жить. Какая разница? Мы все равно от вас зависеть будем. Сашка где будет брать деньги? Он не работает. У вас будет брать деньги. А если вдруг поссоримся, получается, денег не будет. Зачем мне такая жизнь? Я вашего сына не люблю и не хочу с ним жить. Юлия Сергеевна, а вы сейчас, вот как, если вы расстанетесь, где вы собираетесь жить? Вы устроились на работу, вы какое-то жилье имеете, сняли что-то? Я пока не работаю, но я могу в любое время устроиться курьером, а потом я поступаю в техникум и будут стипендию платить. Юль, я прекрасно понимаю, курьер – это все, о чем ты мечтала, да? Но где ты будешь, где ты собираешься жить? У тебя же там этот отец, если нет выражения, алкоголик, однокомнатная квартира. Ты к нам сбежала, потому что не могла там нормально находиться. Тебе не давали уроки делать, постоянно эти пьянки, попойки. А тут у вас будет отдельная квартира. Сашка переведется на заочный. Я ему найду работу у себя на фирме нормально. И живите, вы от нас практически не будете никак зависеть. В чем проблема, я не понимаю. Расписали прям радужную жизнь. Нет, я так жить не хочу. Кто вообще сказал вам, что я пойду к отцу жить? Не пойду. И ребенка я с собой точно не потащу туда. Алкаш, у меня отец. И что? Ребенок с вами остается, я буду жить в общаге, потому что я поступаю, как я уже сказала, в техникум. Вот и все. Работаю, живу. И с вашей семьей ничего общего не имею. Вот ваша жена полностью со мной согласна. Она на моей стороне. Она против продолжения нашего союза и за то, чтобы мы развелись. Пожалуйста, пригласите Ирину Петровну. Да, Козырева Ирина Петровна, она здесь приглашается. А, Ирина Козырева, вы? Да. Пройдемте. Да. Будем жить вместе. Мы не будем жить вместе. Ты не молчи, как ты тоже ей скажи. Что ты как Ирина Петровна, здравствуйте. Да, здравствуйте, ваша честь. Ну вот честь, так получилось, да. Сын рано женился, жена совсем юная. И все легло на ваши плечи. Практически тут разводить-то вас надо, а не сына вашего. Скажите, пожалуйста, вы готовы взять... Во-первых, ваше мнение интересно суду. Во-вторых, готовы ли вы взять ребенка годовалого на воспитание и содержание? Это же ваша честь. Вот ваша правда, все, что вы говорите. Вот, честно говоря, я вообще была изначально против этого брака. Вы понимаете, как получилось? Значит, Сашка притащил ее домой, говорит, ну, вот у меня знакомая, вот она перекантуется, спать негде, ну, ладно, хорошо, согласились. Но потом началось у нас отношение. Господи, какие отношения? Ему только исполнилось 18 лет. Она вообще несовершеннолетняя была, понимаете? Мы были в шоке, да?
Но он рогом уперся. Нет, все, я ее люблю, люблю, потащил в ЗАГС. А потом раз, она беременная. Ну и вот, честно говоря, после этого я поняла, что все в жизни моего сына хорошее кончилось. Вот честно вам скажу. Ничего. Но почему вы так считаете? Что случилось? Значит, ну, знаете, сами посудите. Ну, вот это же видно, какая из нее жена, да? Ну, никудышная. Ну, мать фиговая. Значит, все вот эти заботы о ребенке, соответственно, будут лежать на нас. Ну, так все и получилось, да? А потом, ну, хорошо, ладно бы у них действительно были отношения какие-то прекрасные, да? Но отношений-то нету. Он с нее пылинки сдувает. Юлечка, Юлечка. Она только ходит, вот фыркает, да? Ну и что это такое? Это, знаете, полностью токсичные отношения. Нам такое не нужно. Да, слава богу, хочет разводиться, пусть разводится. Прекрасно. Саша, он еще найдет себе достойную девочку. Я в это верю ровню. Вот эта, извините, дворняжка шелудивая нам не сдалась вообще. А ребенка, да, мы сами воспитаем. Она мать вашего внука. Какая бы она ни была, вам ее теперь всю жизнь так, знать, как мать вашего внука. Спасибо вам да, пожалуйста. За поддержку, за эти слова. Пожалуйста. А я что, должна тут стоять и рассказывать, какая ты прекрасная, как мой сын бедный, несчастный, что ты с ним разводишься. Да слава богу, уходи на все четыре стороны, да? Нам такое не нужно. Только мама, перекрестимся. Что ты такое говоришь? Зачем ты рушишь мою семью? Знаете, я не хотела его ранить, не хотела говорить, да? Но, Саш, она уходит от тебя к другому. Если ты этого не в курсе, да, у нее есть любовник. Так, поточнее, пожалуйста, если вам что-то известно об изменах невестки, и это является причиной развода, то сообщите это. Да, мне известно. Я слышала, как она в ванной разговаривала по телефону с своим любовником. Они там обсуждали планы на будущее и все такое. Так что она не просто разводится. Ей есть куда идти и к кому, дорогой мой. Ты все придумала, этого не может быть. Ну, конечно, я все придумала. Да, Саша, я не хотела тебя расстраивать, но... У меня есть другой молодой человек, которого я люблю. Тебя я никогда не любила. Угу. И такие жизненные обстоятельства были, то, что я не могла с ним построить совместную жизнь, но сейчас уже все получается. И я ухожу от тебя к нему. Ну это вот. Все бред какой-то, ну этого вот. Не может быть. Ну, я же тебя люблю, ну как? Как так-то? Ваша честь, я предполагала то, что может получиться такая ситуация, поэтому я... попросила своего молодого человека, чтобы он пришел сюда, рассказал все как есть, то, что наш брак нет смысла сохранять. Пригласите, пожалуйста, Артема Васильченко. Хорошо, ходатайство истца удовлетворено и приглашается Васильченко. Что я тебе говорила? Это все ты. Артем Васильченко, вы? Давай, пройдемте. Женушка твоя прекрасная. Так случилось бы, понимаешь? Здравствуйте. Васильченко Артем Игоревич. Да, это я. По поводу развода супругов Козыревых, что ты можете сообщить суду? Ваша честь, знаете, что я считаю? Да их давно надо развести. Да их брак сплошная фикция. Да не вышли от безнадеги за него, за Сашку этого. Ну, что значит от безнадеги? Просто поясните. Ну, после смерти Юлиной мамы ее отец очень сильно запил. Ну и его собирались лишать для родительских прав. А Юльку бы на тот момент в детдом отдали. Ну и она и придумала по-быстрому выйти замуж. Изначально-то она за меня хотела, но у меня на тот момент 16 лет было. Да и родаки не позволили состояться нашему браку. То есть вы ровесники с ней, да? Ну да. Вам тогда 16 было, сейчас вам 18. Да, и А время-то уже поджимало очень сильно, и она решила по-быстрому замутить Сашку Козырева. Чтобы ее в детдом не отдали, да? Да, но она всегда меня любила. Здорово. Она всегда, она вообще... и тогда, и сейчас любит меня. Вот. Ну, оползить. Ну, да, я всегда ее любил, и даже понимал ее, поддерживал. Даже когда ребенок родился, я не переставал ее любить. Вот, а пару месяцев назад ей 18 исполнилось, она мне первая написала, ну, предложила встретиться, ну, и рассказала то, что их брак, ну, это полная фигня. Вот, ну, я предложил ей переехать ко мне, она и согласилась. Ну, вы готовы на себя взять эти обязательства, да? Ну, да. Юль, так получается, ты меня и просто использовала, чтобы в детдом не загреметь? Ты решил перекантоваться пару лет в тепличных условиях. И ты, ну и тварь же ты. Ну вот понял. Так я не понимаю, какие у тебя сейчас ко мне претензии. Я тебе сразу говорила, что я тебя не люблю. А ты мне такой, Юля, да моей любви на двоих хватит и так далее. Я тебе говорила, что я не хочу с тобой жить, не люблю тебя. А ребенок наш как? А как же сын? Как я ему объясню, что мама уходит? У тебя вообще сердце есть? Блин, ну я не знаю, объясни как-нибудь. Я хотела сделать аборт на третьем месяце. Ты мне такой, Юлечка, пожалуйста, давай оставим этому ребенка. Я понимала, что у нас нет будущего. Я вообще хотела просто пожить по типу, ну вот, мне сейчас 16, пару лет поживу, пока 18 не стукнет, и свалю. Я вообще не понимаю, какие у тебя реально претензии, потому что ты на меня ни копейки не потратил. Все твой отец покупал и так далее, оплачивал.
желанный сын, вот и нянчись с ним теперь. Я, если я не хочу теперь с ним нянчиться. Ну, после того, что я тут узнал, может, это вообще не мой сын. Правильно, может, правильно. Ты его от этого малолетки родила. Правильно. Вот забирай Платошку и живите с ним вот на пару. Вот именно, Платошка у тебя остается. Не, Юлька, мы так не договаривались. Я пришел сюда рассказать, почему ты уходишь от Сашки Козырева. Ребенок мне этого нафиг не нужен, слушай. Артем Игоревич, подождите, пожалуйста, скажите, а у вас уже были отношения какие-то с Юлией Сергеевной? Может быть, это ваш ребенок? У вас нет таких подозрений? Да нет, вы чего? Да мы даже с ней не спали. Какие могут быть даже близких отношений? Мы так гуляли, да целовались. Вот, да... Даже когда она предложила, ну, после когда ее в детдом отправляли, она предложила пожениться. Ну, я сказал, что спрошу якобы у родителей. Да сам даже спрашивать ничего не стал. Я что, идиот, что ли, в 16 лет жениться? Да даже ради Юльки бы на такое не пошел. Подождите, ну вы сейчас готовы жениться? Вы готовы на серьезные отношения? Ваша честь, знаете, я... Это слишком далеко уже заходит. Как бы я терпеть его не стану. В общем, я расскажу все как есть. Кого терпеть не станете? Ваша честь. В общем, Юля, Юля меня сюда пригласила, чтобы я рассказал, что она якобы уходит от меня, точнее, от Козырева ко мне. Вот. Но тут уже хотят и ребенка на меня повесить. Знаете, я еще лет 10 не собираюсь ни на ком жениться. Мне это вообще не надо. Я еще молодой, мне еще погулять хочется. В общем, у Юльки есть мужик. Он взрослый, он богатый, женатый. И где-то в Черемушках хочет ей хату купить. Так что пускай она к нему валится со своим ребенком. Мне, знаете, этого уже не надо. А вот, кстати, в Черемушках, да-да-да, я как раз слышала, когда она со своим любовником общалась, да, они обсуждали вот эту квартиру в Черемушках, да, она еще была недовольна, что ей там какую-то панельку покупают у вторички. Я еще думаю, вот наглая какая, точно-точно. Пап, подожди, ты же тоже хотел в Черемушках квартиру купить. Да я к тебе на работу приезжал, ты фотографии показывал вот в девятиэтажке, в панельной. А то, получается, ты сказал, что вот Юлька разводиться откажется, мы там с ней жить будем. А ты, получается, только ей квартиру смотрел или не понимаю? Я не поняла, в смысле в Черемушках, Витя? Чего? Это что такое? Вообще, какие Черемушки? То есть она сейчас, получается, разводится с ним, потому что ты покупаешь ей квартиру, да? Это так, да? Ир, ну ты, нет, ну ты что-то распереживалась. Ну, ты же сама хотела, чтобы ее ноги в нашем доме не было. Ты переживала там. У вас не получается что-то. Ну, так ты радоваться должна, что у нее квартира будет. Но она мать вашего внука все равно в любом случае. Да. Она вам родственница навсегда. Не, ну родственница, не таким же вообще макаром. Что это такое вообще? Ты же такая очень деловая вообще. Каждый крутится как может. Вообще сейчас за наш счет. Давай вот сейчас мы тебе квартиры будем покупать. Давай мы тебя сейчас всю полностью обеспечим, да? Давайте. А ты вон ходишь, шляешься направо-налево. Здорово, да? Еще неизвестно, чей сын. Ни в коем случае не смей вообще ей больше помогать. Я тебе запрещаю это. Хорошо, хорошо. Не переживай. Пускай она катится на все четыре стороны, возвращается к отцу, забирает Платон. Если вот ты так хочешь, вот, пускай вот, так будет. Ну, все, пускай, вот так все, и будет. Все, да. Опа, ты лицемер, конечно. Да. Ты что, охренел? Это твой ребенок, ты его и воспитывай. Твой или я его? К отцу не вернусь. Твой, Виктор. А, мой? Что, какой? Что вообще? Простите, пожалуйста. Что-то я отец. Был. Отец... Вашего ребенка, Платона, а ваш свекор? Нет, ну вы внесите какую-то ясность для суда. Что за ерунда-то? Вообще ты врешь-то? Ваша честь, да, это так. Я устала скрывать, честно скажу. Ирина Петровна, если вы еще не поняли, я сплю с вашим милым мужем с того момента, как я переехала к вам в квартиру. Он сам ко мне начал подкатывать. Потом вроде как сказал то, что если я с Сашкой разведусь, то он мне квартиру купит. Ну как будет... Это нормально так, вообще. Ребенка он сказал оставить. Ах ты скотина такая, а! Ира, а сволочь, Ира, а? Ира, а сволочь, Ира, хватит, хватит! Это правда, да? Это правда, Володя тебя потянула, да? Ира, козел Ира. Старый, блин. Я тебя без всего оставлю, Ира, без Ира, штанов. Тише, призываю Ир, к порядку. Ир, ну каюсь я, да, да. Кается он. Было дело. Ну, было один, дело. Один разочек, ну вот разочек. Переспал я с ней. А тут, понимаешь, она вдруг залетела, да. И вот вдруг говорит... Залетела. Ребенок от меня. Я говорю, да и быть такого не может. Угу. Один раз, что? Да блин, да и я... И пошел сделал тест, действительно оказался нет, этот... Нет, он тест сделал. Нет, он нормально, это мой сын. Я тебя уничтожу. Да. Ты у меня из квартиры вообще вылетишь. Ну я каюсь больше у нас, ну прости ты меня. Саша, ты понимаешь, не было у нас больше сделал, ничего. Да? Ты понимаешь теперь? И когда она начала вот это говорить про квартиру, я подумал, что сто раз перекреститься надо, вот что это...
мы, самое мало, чем отделались, это этой квартирой. Юлия Сергеевна, простите, пожалуйста, ну как так получается? У вас, значит, есть жених, практически муж, а вы принимаете ухаживание его отца, вступаете с ним в половую связь? Понимаете, как бы... Я была вот в такой ситуации, вот, я приехала, получается, к родителям Саши жить, а мой муж, ну, полнейший тюфяк, ну, вот просто из себя ничего не представляет. От мужчины ничего. А его отец на его фоне, ну, просто настоящий мужчина. И я на это как бы и повелась. Настоящий мужчина. Мы, да, мы стали с ним спать, но он как бы сказал то, что он будет меня поддерживать материально, и... купят мне квартиру. Конечно, как бы я согласилась, потому что мне же нужно как-то жить и где-то, простите. Но сказал то, что квартиру купят на тех условиях, то, что он, ну, чтобы я как бы жила отдельно, я развожусь с Сашкой, Платон у них остается, и он будет ко мне периодически захаживать. Ну, я думаю, типа, окей. Но сейчас, вот, я честно испугалась, когда он пришел в суд, говорить то, что против нашего развода. Я думаю, что такое, может, перед женой испугался. А сейчас он, видимо, на попятную пошел. Думаешь, так легко все? Нет, мой дорогой. Чего? Я тебе это никогда не прощу, папа. И мам, тебе запрещаю. Вообще, я согласен на развод, ваша честь. И от ребенка отказываюсь. Буду делать тест на отцовство и отказываюсь от ребенка. Так, значит так. С твоей мамой разводиться не собираюсь. Посмотрим. С Юлей я тоже жить не буду. Все-таки с мамой мы прожили долгую, какую-никакую счастливую жизнь. Тебя воспитали, да? У нас все было и горе, и радости. И я ее не променяю, конечно, ни на кого. Ты хочешь разводись, хочешь не разводись. Ты уже взрослый мужчина. И отвечаешь за свои поступки и слова. А Платона... Ир, давай Платона мы все-таки оставим себе и воспитаем нормально. Если уж это, ну хорошо, нормально, это мой сын, вот один сын, второй. Ну, если так получилось, что же мальчишка на улицу выкинет, если у него мать такая, сын тоже еще не вырос. Отец у него какой. Вы так, конечно, все красиво порешали, нормально так. Вы это коней попридержите, то меня не спросили, это как будто у меня вообще нет пустого места. Причина? Вы думаете, я так просто уйду и сына вам оставлю? Вот нет. Да, боже. Я вот пока мне квартиру не купят, я буду жить с Платоном с вами. Аж два раза. А если вы мне не купите квартиру, я вам такую жизнь устрою, просто сказка. Да, закачаешься. Да, пожалуйста, что ты? Ваша честь, я отказываюсь разводиться. Прошу прекратить дело. Ну, теперь мы за то. Саша, будь только раз. Суд удаляется для вынесения определения. Забирай и катись с ней. Оглашается определение. Производство по иску супруги о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по иску супруги о расторжении брака, потому что супруга отказалась от иска, и этот отказ не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Суд разъясняет супругу, что если появившееся у него в судебном заседании намерение расторгнуть брак не изменится, тогда он вправе будет в общем порядке предъявить иск о расторжении брака. Вам это понятно? Да, ваша честь. Судебное заседание объявляется закрытым. Ну что так, ты, Саша, вы все, принес пойдем, сына. Пойдем, не пойдем отдам, пойдем, не отдам сына. Так, Саш, пойдем со мной, все, поехали. У него, домой, он уже взрослый. Я с вами, забираю Юлю. Не забудьте меня. Меня одного пойдем, оставили. Все, хватит уже. Что это такое?